Здравствуйте, други. Ну что, здесь залез на сайт КПРФ Санкт-Петербурга. Ну, здесь интересная статья. Коммунисты не оставляют попыток попасть в ЭКМО Сергиевская. С 26 числа минувшего месяца кандидаты от КПРФ депутаты муниципального совета не могут попасть в помещение ЭКМО, чтобы сдать заявление о выдвижении. В некоторые дни избирательная комиссия отсутствовала по своему адресу. Сейчас же вход в помещение комиссии блокируется спортсменами в кавычках, изображающими из себя кандидатов. Да, ну, наверное, многие даже помнили, помимо этого, еще что творилось на Юго-Западе. Так что в Питере не скучно. Соответственно, скоро осень. Не забывайте об этом. Приходите на избирательные участки. Ну и не молчите. А то потом спортсмены в кавычках могут прийти к вам по другим вопросам. А не только у избирательных участков будут появляться. Ну а ссылочку, кому интересно, на статью я дам. Читайте, наслаждайтесь. А находится это ЭКМО Сергиевское, я так понимаю, что на Есенина, дом 30. Да, Есенина, улица Есенина, дом 30. Так что приходите, наслаждайтесь, радуйтесь. Все, и боритесь за свои права, мирно и законно. А завтра, 14 в 12:30 на площади Ленина, митинг. Приходите.